препарат Натурамин. Аминокислотный комплекс 80% водорастворимых аминокислот от компании Даймса. Чем он хорош, да? Очень низкие нормы применения. На томатах максимум до 10, на огурцах 7-7,5 грамм. Очень хорошо снимает стресс. Стресс при пасмурной погоде, при химии, стрессы температурные. Обратите внимание, да, то есть здесь аминокомплекс весь указан, да, здесь все полностью, какие аминокислоты в нем содержатся. Ну, препарат исключительно хороший, и в принципе всем он нравится, кто применяет. Ну что, комбинация с алговелом вообще работает идеально. Алговел еще добавить, если натурами не один. Да, простимулирует рост. Да, простимулирует. Идеально пойдет он. Два препарата отлично показывают себя. И вот в результат у нас он видно уже. Да, натурами... неделю один раз опрыскиваем. И хороший стресс снимает, все болезни. И дает рост. И рост все идеально дает. Да, комбинация двух препаратов. Почему именно с алговелом? Потому что алговел стимулирует как рост вегетативной части, так и дополнительно корневой части. Натурамин снимает все стрессы, так как все-таки сейчас... февраль, а начали применять его с начала января. Это неблагоприятные даже сами по себе климатические условия для томата. То есть очень короткий день, очень много пасмурных дней, да, то есть у большинства в этот момент цветы скидываются, а здесь вы видите, да, исключительно хорошие кисточки, да, то есть минимум по 5, самый минимум 5, где 6, где 7 цветов выходит, да, вот посмотрите, какие кисти выходят. Вот она кисточка как выбивает, да, то есть очень хороший, да, будете работать химией, Натурамин обязательно добавляйте. То есть никакого стресса не будет. Ожидается похолодание. За день обработайте натурамином. Можно добавить туда немножко Иванов-Синского. То есть, например, 7,5 грамм натурамина и 15 миллилитров натурамина Иванов-Синского на 10 литров воды. И, в принципе, у вас стресс от холода растения перенесут нормально. Так что пользуйтесь. Исключительно хороший препарат.